Привет, дорогие друзья, меня зовут Фикса, и сегодня со мной мой... А меня Фиксетта. Фиксетта, привет. Фикса и Фиксетта. Всем привет. Привет, друзья, я Фиксай, сегодня со мной Фиксай. Всем здорово. И сегодня у нас будет инвентарь полностью связан. То есть смотри, я выкидываю один предмет, и он у тебя тоже пропадает. Офигел. А теперь попробуй, а ну, ты верни. Давай, вот выкинь его. Пока. О, круто. А теперь смотри, пропал. Подожди, стой, ты видишь этот лайк у себя в инвентаре? Куда, подожди, куда он его? Пропадает? Он пропал только что, куда он пропал? Видимо, кто-то из нас его выкинул. Да, а кто, его кто-то не поставил, поэтому если кто-то до сих пор не поставил, то обязательно ставьте лайк. Фиксай! А! А чё там кусок мяса плавает? Где? А, да, вижу, нужно его забрать сейчас. Погнали! Да, забираю. Смотри, я его забираю, у тебя 10 штук теперь. Теперь я его съем, спасибо. Вау, гениально! Ну что ж, тогда начинает добывать дерево, Фиксай, я просто постою и посмотрю. Ха-ха, нет, зачем? Смотри, ты добываешь что дерево? Я добываю это, у нас 2 раза больше дерева на двоих. Ага, согласен, добываем. Ну, начинай, давай! Ну ты начинай, что ты смотришь? Ладно, все, я добываю, я добываю. Давай. О, ты уже добыла? Да, да, да. А, никак, нормально, слушай. Ладно, я еще буду добывать, окей. Получается. Смотри, у меня уже есть 3 дерева. Пойди, у тебя тоже должно быть 3 дерева, да? Ага, да. Что ты там делаешь вообще? Я дерево добываю. Все, чувак, у меня... А где все мое дерево? Я вот добыл, а ты сколько добыл? Я добыл 5 дерева. Не, я добыл 5 дерева. В смысле? Это о чем вообще? Ладно, все, короче, я выкидываю наше дерево, Фиксай, оно нам больше не понадобится. Да, точно. Да ладно, я что, не знал, что это ты выкидывал постоянно мое дерево? Ах ты говнюк такой, я решил разыграть меня, 7 способов разыграть Фиксая, да, смешно. Прости. Подожди, Фиксай, почему я добываю дерево, и оно пропадает? Подожди, а куда ты дерево-то выкинул вообще? Я вот здесь его выкинул, под деревом. Где оно? Я его не вижу. В смысле, не видишь? Ты вот же выкинул. Настя его выкинул, переложил. Ой. Чё ты палишься, блин? Я думал, сработает троллинг. Ой, чувак, а куда наша еда пропала? Я ее выкинул. Ты мне не даешь ее съесть. А что это? Фу, это жареное крыло кого-то там. Да, это жареное крыло. Хотя, подожди, остальное не выглядит лучше. Ладно, я съем это. Ням-ням. Да блин, я не успел выкинуть, я хотел, чтобы ты его ел, я выкинул. Ой, горе троллинг, Фикса. А теперь давай в шахту пойдем. Или давай. Нет, подожди, кто из нас будет что-то крафтить? Смотри, опа. Так, стой. Стоп. У тебя сейчас куда дерево пропало? У меня нету его нигде. А-а-а, ты его в крафт положил. Окей, смотри, давай, тогда крафти нам верстак. Точнее, это я должен сказать верстак. На, вот, наполовину, крафти верстак, а я буду сразу крафтить палки. Ну что, друзья, вы готовы? Поехали. Эпичная музыка. Крафтим верстак, ставим верстак, крафтим палки. Из палок мы делаем кирку. Кирки мы делаем, также топор, и все прекрасно получается. Что? Нафига ты столько кнопок сделал, Фиксай? Ты офигел? Ладно, теперь нам нужно добыть дерево, потому что нам дерева не хватило. А мне нужно выключить автопрыжок, поехали. Чувак, на самом деле, я тебе хочу сказать, что я сейчас сойду с ума. Я вообще не понимаю, что нужно делать тебе и что нужно делать мне. Окей, давай разделимся тогда. Я, пожалуй, буду... Смотри, ты стоишь у верстака, я добываю камень, ты сразу моментально крафтишь каменную кирку, кидаешь ее мне, я добываю камень. Гениально! Давай, смотри, все, давай, беги тогда с киркой. Полетел, полетел. Ты хотел мне кирку скинуть? Подожди. Да вон же камень есть, зачем куда-то побежал? Вон он, камень. Да-да, Фиксай, уже иду к нему. О, камень, ты готов, Фиксай? Да. Все, ты добываешь? Крафти. Да. Где мы? Подожди, я хотел затроллить тебя, скинув камень, а ты хотел затроллить меня, скинув кирку. Да, именно так я и хотел. Ну ладно, ладно. Ну все, смотри, я добыл 3 камня. Кидай мне каменную кирку, быстро, быстро, быстро. А, стой, я аж не скрафтил ее, подожди. Ты даже кидать мне ее не обязан, ну крафти просто. А, да, да, все, я скрафтил, я скрафтил. Продолжай добывать. 1 камень, 2, 3, 4, 5. Стоп, я знаешь, что сейчас понял? Да, что? У нас общая кирка на 2. А, ну да. А прочность у тебя тоже тратится? Да, и прочь, у меня все тратится, чувак, абсолютно так же, как и у тебя. Блин, это очень круто. Стоп, а если я добуду себе кожаные штаны, ты что, решишь ими воспользоваться? Я надену их на себя и не дам тебе. Блин, тогда я должен надеть их быстрее. 20 кнопок! Стой, а почему у меня их нету в инвентаре? Как-то нету. А, все, есть. В общем, Фиксай, иди сюда и помогай мне копать шахту. Я так понимаю, мы можем сделать 1 алмазную кирку и одновременно ее использовать. Это да, смотри, я юзаю каменную кирку, ты тоже ее юзаешь. Офигеть просто. А... Что? Ты я сам себя затроллил, подожди, я-то не копал. Так, а ну иди сюда. Нет, ты отстань, все, тихо, не бей меня. Все, ты копаешь деревянный, а я копаю каменный. Ладно, Фиксай, я уйду заниматься своими делами, а ты тут занимайся своими. И ты узнаешь, чем я занимаюсь, только когда поймешь, что у меня в инвентаре. А, гениально, слушай, я тоже буду заниматься своими делами. А ты... Что ты делаешь? Куда ты все мои предметы забрал? Эй! Вот чего ты достоин, только этого, Фиксай. Цветочков? Ой, спасибо, это так мило, Фиксплей, спасибо. Стоп, я вообще не это делаю. Подожди, а, вот эти и все мои вещи, я тебя понял. Эй, кстати, твои вещи, это наши вещи. Ладно, чувак, смотри, здесь вообще-то есть очень много различных предметов, например...
Сейчас узнаешь. Стой, подожди, мне нужно добыть сейчас очень-очень много дерева, только ты мне не мешай, я кое-что покажу. Я стою и смотрю, тебе не мешаю. Так не-не, подожди, мне. Бери топор и тоже добывай дерево. Давай, давай, пошел, пошел быстрее. Ты посмотри, как быстро дерево капает, вот это круто. Ну что, фиксай, нам хватит этого дерева? Да, теперь смотри, подходим обратно к верстаку, будь он проклят. И смотри, что я теперь, чувак, делаю. Ты посмотри, что я делаю. Ты в инвентарь сначала не заглядывай, не смотри в него. Ни в коем случае туда не даже заглядывай. А теперь, чувак, поднажми на F5 и посмотри на себя. Че ты опоздал, фиксай. А что такое? Не, ничего, на ролике пересмотришь. Фиксай, мне мам подарок привезла, фиксай. Какой же? Штаны из березовой коры. А, наконец-то, наконец-то мы смогли осуществить эту шутку в реаль. Слушай, они модно выглядят, да. Нифига, мы модники, фиксай. Майнкрафт, но у нас связан инвентарь, да еще и с броней из случайных других любых блоков. Инвентарь, вы что, крейзи? Да. Ладно, чем мы теперь займемся? Я предлагаю нам найти алмазы и... Курица вылупила яйцо, фиксай! Знаешь, что это значит? А что, если мы одновременно... Ну да, конечно. Слушай, фиксай, я предлагаю нам развести жителей. Что, если мы получим изумруды и одновременно попытаемся обменять у них какой-то предмет? Давай попробуем. А давай. А где мы найдем изумруды? В деревне. Окей, фикс, вот мы с тобой в деревне. Для начала давай с тобой добудем немного еды. Нет, мы этого не будем делать. Пойдем посмотрим лучше сундуки, найдем какие-нибудь изумруды. Че? Здесь. Так, заходим в этот дом, ищем сундуков. Здесь ничего нету, никаких изумрудов. Дальше заходим, здесь тоже ничего нету. Ты попробуй найти другие дома, посмотреть там другие сундуки. Может быть, там уже будут изумруды. 2000 years later. Изумрудов здесь нету, как у тебя дела? Что мы можем из этого выяснить? Не стоит трогать фикса, когда он ищет изумруды. Правильно, да. Фиксай, я нашел кое-что похлеще изумрудов. И что же? Сам посмотри в инвентарь, что ты... А, да, точно, точно. Подожди, а что именно? Поножи из дуба? Железо, фиксай, железо и уголь. А где, я не вижу. А, вот, железо нашел. Какое железо? Так, ты меня сейчас без брони останешься, понял? Я тебя буду сейчас броней шантажировать. Прости меня. Вернул мне железо, я верну тебе броню. Я не специально. Или специально. Где железо? А вот железо. Ладно, возвращаю броню. Какие штаны? Штанов у тебя не будет, все. Ты у меня штаны отнял, ты офигел. Все, штанов больше нету. Чувак, ты там в шахте говоришь, да? Ну да. Наверное, очень темно, но факела тебя спасают. Ну да. Блин, как же круто, что есть факела. Ты офигел! Были факела и были нету факелов. Ты чё, можешь мою вторую руку? Ты офигел, ну верни! Нет, все, нет, у тебя факелов больше, и угля тебя тоже нет, и дерева у тебя тоже нету, все, до свидания. Знаешь что, фикса, у меня есть одна очень хорошая идея. И какая же? Сейчас ты просрёшь все свои ресурсы, фиксай, пока! Чувак, что? Что ты... Затроллен! Ты чё сделал? Ты ж понимаешь, что наших вещей больше нету. Ой-ой. Ну ладно, фиг, смотри, я придумал кое-что интереснее. Я узнал способ, как нам добыть изумруды. Давай, беги ко мне. Так, смотри, видишь вот этого фермера? Он продает за 20 пшениц один изумруд. А это значит, смотри, мы можем сейчас добыть абсолютно все сено, обмануть их. Вот таким способом добыть очень много сена и все затрейдить за изумруды. А, звучит логично. Гениально, я сказал бы. Слушай, давно у нас не было быстрых перемоток, да? Да, и в этот раз тоже не будет. Погоди, ты все равно врубил быструю перемотку, ты офигел? Да я не специально, я случайно вышел. Ладно, все, пошли, смотри, видишь эту ферму? Он крутится, для, смотри. Крутится, сегодня в танце мы все крутимся. Смотри, он держит изумруд в руке, ты хоть раз это видел? О, братан, это для нас. Все, погнали трейдить, смотри. Давай, закидывай пшеницу прямо к нему в инвентарь. А я не могу. Как ты не можешь? Когда ты в нем сидишь, я в нем сидеть не могу. Ты не можешь в него войти? А, слушай, реально, смотри, здесь все проработано. Но слушай, я зарабатываю нам изумруды. Смотри, сколько уже. 16 штук. А чё, все, у него кончились? У него кончились изумруды, фиксай. Да, чувак, это ужасно. Все, короче, я все сделал. У нас теперь есть очень много полезных вещей. Строим дом. Зато мы теперь, да, реально дом можем построить. Опачки, друзья, смотрите, что я нашел. Я нашел колокольчик, который вы прямо сейчас должны поставить. Давайте, нажимайте все, а то пропустите новое видео. Фиксай, это, открой мне там. Я не могу, у меня кирки нету. Сейчас я дам тебе кирку, фиксай, погоди. Все, открывай меня. Где ты кирку взял? Ну я там сижу. Что? А как ты вещи все достал? Стоп, чего? А ты где? А вот не скажу где, это магический способ.
Что? Как ты это сделал? Прямо на глазах у Фикса и спать. Ты, вот в какой шахте ты был, то есть весь, все вещи у нас были нормальные. Стой, живы. Что это за руда, Фиксай? О-о-о, это апельсиновая руда, смотри. А, вот это слишком добрый лучник. Фиксай, я сейчас все наши вещи опять прокакаю. А сама я уничтожаю, все будет нормально, Фиксай, не переживай, главное. Крипер, все, все, они начали сражаться друг. Ты опять все вещи прокакал, да? Да-да-да, Фиксай, да. Бежать, 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 бежать. Фиксай, где ты? Я кушаю палку сырого мяса. О-о-о, что это? Офигеть! Подожди, ты что, добывай его? Ты прикинь, это горячий блок угля. А из него можно сделать горячие 20... Мы что, ёкнули сейчас? Чё? Плавит 60 предметов. Чё, вот это горячий уголь реально. А давай с тобой затестим его. На самом деле, друзья, очень удобно так играть, потому что у нас, считайте, что мы играем 2 за 1, и все силы выходят быстрее намного. То есть мы можем 2 раза быстрее пройти Майнкрафт, например. Ага, согласен. Ты опять себе ещё прокакал. Да. Ты не помнишь, где мы печку оставили, Фиксай? У нас ее и не было. Вот, смотри, заходи в эту печку. Так, да, зашел. Что? Что я? Что? Я... Что я сделал? Какое подожди? Яблоко, подожди. Чем, как, почему? В смысле яблоко? Мне кажется, или что-то пошло не так. Запеченное яблоко? Да ладно. Я его съем. Я тоже хочу. Подожди, а штаны можно переплавить? Нет. Ты что, офигел? Ты что, офигел? Если наши штаны переплавить собрался? Ладно, смотри, переплавливаем с тобой медную руду. И угадай, что из нее получилось, Фиксай? Медный слиток, да. А теперь при помощи этого медного слитка мы с тобой сейчас крафтим по мячу. Мне и тебе. Так, все хорошо выходит. Можно скрафтить, Фиксай. Он так и не научился, ребята. Весь ролик у нас связанный инвентарь. Он все равно собирается скрафтить 2 мяча. Плохие новости. Нам еще серебро нужно для того, чтобы скрафтить. Хорошие новости. Нет хороших новостей. Пока, Фикс, ты там что-то делаешь, я скрафчу нам огромный меч. Да, как ты и сказал, только один гигантский хороший меч. Все, меч готов, можем отправляться в бой. Офигеть, нереально крутой меч, как обычно, Фиксай. Кстати, я хочу сделать нам кровать, поэтому я ищу овечку. А, хорошо, жду. Фиксай, у меня для тебя сюрприз. Да, и какой же? Да я тут нам кровать скрафтил и... Ай, и зачем? А, слушай, мы можем поспадириться на одной кровати или нет? Фиксай! Слушай, ты же... Что? Тра-та-та-та-тара! Зачем ты это надел на себя? Ты ужасно выглядишься. В смысле, я надел на себя? На себя, на себя посмотри! В смысле? Что ты со мной сделал? Я тебе сейчас... Я сейчас не знаю, что с тобой сделаю! Сану, становись на этот горячий блок! Под юбочка, да? Нормально так пропаливает. Так, а ну хватит! Кто бы мог подумать, что из кровати можно сделать юбку, Фиксай! Привет, дорогие друзья, меня зовут Фиксай, и сегодня со мной моя... А меня Фиксетта! Фиксетта, привет! Фиксай, Фиксетта! Всем привет! Пожалуйста, не надо. Дружище, у меня появилась гениальная идея. Что если нам попробовать окунуться... Куда? Юбка! Юбка осталась жива, чего? Единственное, что осталось жить, это юбка! Это проклятие штанов, понимаешь? Это проклятие штанов! Штаны всегда остаются живыми! Но штанов-то у нас нету! А, нет, стой, стой! Подожди, что-то происходит! Здесь какая-то паркур из лавы, чувак! У нас юбки больше нету. Я ее спас. Я заранее ее выкинул. Серьезно? Да, Фиксай, я это сделал. Ты просто гений, чувак. Как ты это сделал? Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. А если это так, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Ну а для вас старался Фиксай, а также женщина Фикспета. Па-па-па-па-па-па-па. Увидимся в следующих сериях. Также не забывайте смотреть предыдущие видео, они очень интересные. Всем пока, друзья. Всем пока. Пока. Чувак, а ты знал, что у нас не только инвентарь связан, но и...